Здравствуйте! В эфире «Лучшая лига мира». Это футбольная национальная лига, первый российский дивизион «Торпедо». Неприятно себя чувствует на 10-м месте. 23 очка. Родина, сегодняшний соперник. Итак, Николай Волошин и его стартовый свисток в чаше Лужников, куда сегодня возвращается московская «Торпедо». «Торпедо», сыгравшая на старте сезона с махачкалинским «Динамо», с «Черноморцем» и саратовским «Соколом». Что последние пять? Давайте возьмем больше и посмотрите, какие уже события разворачиваются в штрафной «Торпедо». Амур Калмыков, нападающий «Родины». А вот это дальний удар. И первый удар «Торпедо» вообще в сегодняшнем матче. Данил Шамкин. Трудно сказать, попадал ли он в створ, но в любом случае на месте Ренат Шакеров. Хеток Кочев, номер 15. Митя Крижин, 55 номер. На флангах располагаются Артем Сокол, 88 справа. И Султмурат Багдар из-за пределов штрафной Олега Дмитриева. На исходе 10 минуты мы впервые видим его вовлечение в атаку. А это Гангадзе. Передача ему прошла за спины защитником. Георгий дожидается помощи от партнеров. И удар Шамкина, с которым справляется Шакеров. Отбивает мяч по центру. И снова им овладевают торпедовцы. Легко перехватывает Даниил Шамкин. И очень острая ситуация может быть. Удар! И мяч в воротах. Соперник, прерывавший передачу Шамкина на Йорди Рейну, по сути дела, скинул под удар. И Даниил Шамкин открывает счет в этой встрече в столь малособытийный, с минимальным количеством моментов. Первый гол Даниила Шамкина за московское «Торпедо» в столь нужный момент. Им будет момент еще у «Торпедо». Попытка пробить Орехова, Шамкин, и опасно вновь, мяч рядом со штангой проходит. Бакаев проходит соперника Шевченко, прострел, где мяч, Бабурин? И фол. Фол со стороны Ивана Тимошенко. Сыграть на добивании не позволил Сергей Бородин. По-настоящему острый момент. Первый острый момент возникает у ворот «Торпедо» после того, как длинный пас вперед. Стефанович должен посражаться, а в итоге ошибается Заурбек Плиев. И какой момент! Ренат Шакеров выручает удивительным образом, раскрывшись по гандбольному навстречу. Один мяч преимущества над «Родиной». Важно, конечно, это преимущество торпедовцам сохранить. Раз уж второй забить не удалось, хоть шансы уже и были. Удар! Классный дальний удар Уэсли. Да, при том, что мельтешили там во множестве свои же игроки. Только гости. Турищев пропускает. Прострел Гордюшенко, но в положении вне игры. Был то ли Турищев, то ли Гордюшенко, но передача не самая удачная. Здесь Митя Крижан играет как здорово. Мяч в воротах. Родина на 4-й компенсированной минуте уходит от поражения. И как же хладнокровно сыграл центральный защитник Митя Крижан. Вот здесь. Но неудавшаяся, такая корявенькая передача Плиева. Отскок от соперника. Мяч в грудь попадает. Крижну можно сразу бить, но он еще попробовал улучшить и оказался абсолютно прав. Посмотрите, убирает мяч от Сергея Бородина и бьет в дальний угол. Вот это развязка. Вот это финал этой встречи. Избавляет «Родину» от поражения. А «Торпедо» вновь остается без победы.